Сегодня романсом «Только раз бывает в жизни встреча» на музыка Бориса Фомина, слова Павла Германа. Мы очень рады встрече с вами в этом небольшом уютном зале областного дома работников искусств на концерте, который посвящен русскому романсу. Очень приятно видеть здесь знакомые лица, родные лица, потому что мы знаем, что всегда переживаем за творчеством наших музыкантов-исполнителей и следим за их творчеством. Еще приятнее видеть здесь новые лица, потому что люди пришли послушать красивую музыку, удивительно красивые слова русского романса. Это тоже очень радует. Вот, ну и ключ к пониманию прелести романса можно передать, наверное, строчкой из стихотворения Булата Акуджавы. Вот он сказал: «Сочинилось как-то так само собою, что-то среднее меж песней и судьбою». Романс — это и есть именно что-то среднее меж песней и судьбою. И наша тяга к нему сродни потребности в любви. Ведь вот поэтому, наверное, так легко находит отзвук в наших душах романс. Ведь потому что главная тема его — это любовь, неисчерпаемая любовь. Вы знаете, у романса своя грамматика любви, свой словарь, даже свои штампы и свои способы выразить это чувство.
Если кто-то говорит, не пробуждая воспоминания, то это ясно, что он трепетно лелеет эти самые воспоминания. И если мы слышим «уйди, совсем уйди», то надо, конечно, понимать «не уходи, побудь со мною» или «не уезжай ты, мой голубчик». Слова романса могут быть трогательно наивны, мелодия весьма бесхитростна, но мы готовы в тысячный раз внимать, что только раз бывает в жизни встреча, представлять, как хороши белые акации, гроздья душистые. И все именно потому, что и в наше не самое романтичное время природа человеческая остается неизменной, и в глубине души все мы сентиментальны и жаждем, чтобы над нами горела, сияла приветная звезда любви. Ну а наш концерт продолжит романс «Как хороши те очи» — музыка Фальбинова, слова Дулькевич. Музыка Вениамина Баснера и слова Максима Матусовского. Белая акация, грустина, душистая.
Момент наконец представить наших артистов.
за роялем Ирина Дмитриева. На сцене она огонь, страсть, она творит музыку. Клавиши буквально плавятся от ее сильных рук. К тому же Ирина тонкий лирик, сама пишет песни. Гитарист Юлий Гурео. Талантливый музыкант, исполняющий на гитаре все, от классики до рока. Балалайшник Сергей Маленкин. Известных коллективов города покорил всю Европу. Ему подвластны сложнейшие технические приемы. Балалайка сама танцует и поет в его руках. А исполняет романсы лауреат международных и всероссийских конкурсов солистка Владимирской филармонии Оксана Иващук. И яркая, талантливая певица и самобытная актриса, которая удивительным образом перевоплощается и в Мэри Поппинс, и в Марину Цветаеву. Концерт Оксаны Иващук – это подарок для зрителей. Сегодня она даст нам возможность окунуться в мир романса. Эта тема близка для певицы, потому что она принимала участие не раз во всероссийских конкурсах исполнителей романса. А в 2010 году она стала лауреатом конкурса. Ну, а нам, дорогие друзья, остается лишь насладиться прекрасной музыкой, красивым исполнением, чудесным голосом. Приятного продолжения вечера. А сейчас вы услышите романс «Голубчик». Музыка и слова Николая Пашкова. Зацепится синий, лишь только звезды зажигают.
еще один очень знаменитый, известный романс «Хризантема». Слова и музыка Харито. Романс «Опьянела». Музыка Зубова, слова Мурзича. Закружилась голова, опьянела, закружилась.
Спасибо. А сейчас зажигательный чардаш композитора Монти исполняет Сергей Маленкин. Анна Ахматова с присущим ей мастерством могла не только описать чувства, но и выстроить повествование так, что ее небольшое стихотворение критики сравнивали с русской психологической прозой XIX века. На ее стихи написано несколько прекрасных романсов. Иногда их можно услышать в кинофильмах. В 2003 году был снят в России фильм «Жизнь одна». В основе фильма, в принципе, банальная совершенно история. Муж, жена, секретарша. Вроде бы ничего интересного на первый взгляд. Но для этого фильма Алексей Рыбников написал романс на слова Ахматовой, на стихотворение «О жизни без завтрашнего дня». Композитор или постановщик проявил некоторую изобретательность, вставив в романс один куплет из другого стихотворения Ахматовой «Путник милый». Получился очень красивый романс. И сейчас вы услышите два романса на стихи Анны Ахматовой. Один о жизни, а другой – песня «Последняя встреча» на музыку Скорика. А первая музыка Алексея Рыбникова.
«Жестокий романс». Пожалуй, редко найдешь такое точное определение названию кинофильма, той сути, тому содержанию, которое вложили создатели. Эльдар Рязанов создал всем известный фильм «Жестокий романс» по пьесе Алексея Николаевича Островского «Беспреданница». Он подобрал чудесный коллектив актеров, которые сделали свое дело. Фильм любим, фильм понятен. Его любят и старшее поколение, и молодежь. Ну и, конечно, покоряет этот фильм еще тем, что там звучит замечательно красивая музыка. И сегодня нам тоже предоставится такая замечательная возможность услышать эти романсы. «Я словно бабочка к огню» — музыка Андрея Петрова, слова Эльдара Рязанова. Я словно бабочка к огню, стремясь так неодолимо в любовь волшебную страну, где назовут меня любимой. Кто был охотник, кто добыча,
все дьявольский наоборот. Что понял длительно мурлыча сибирский кот, сибирский кот. В том поединке своей волей, кто в чирке был только мяч, чье сердце ваше ли, мою ли, чье сердце ваше ли, мою ли, летело и все-таки, что уж это было, чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила ли, так и не знаю, победила ли, побеждена. А напоследок я скажу: музыка Андрея Петрова, слова Беллы Ахматуллиной. А напоследок я скажу. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты я скажу, работу мою висок еще вершит, но боли руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу. Сейчас прозвучит мужской романс «Мохнатый шмель». Музыка Петрова, слова Киплинга, исполняет Сергей Малинкин. Мохнатый шмель, она душистый хмель, цапля серая в камыши.
цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса и глаза глядят дневной толпой в проверяющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса и глаза глядят дневной толпой в проверяющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание зарею на восток, где тиха и нежна разобеет волна на рассветный полная песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса и глаза глядят безбрежной тоской, и глаза глядят безбрежной тоской под развеющие небеса. Нужно все расточить.